ну у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный брат! Ой, Серёж, какой ты умница! Таня! А что если я не справилась? Что делаешь? Я? Да. Йо! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бантика. Сидели в машине. Димочка, ёбаный, блядь.
Ебануйся нахуй. Кто не ударился? Скорую, звони! Блять, ну ёбаный в рот, нахуй! Куда-то вылез он нафиг! Не знаю! Уйди с дороги! Я не могу! Через пару мгновений музи с музи. То самое место, которое разрушает музыкальные стереотипы. Блин, музыкальный стереотип, я не знаю. Вы замечаете, что сейчас используется такой ход, такой прием в музыке, в создании музыки, когда записывается вокал и опускается низко. Ух ты! Нихуя ты, смотри, что, ебать, виновата, сучка. Солдат во время службы становится наркоманами и алкоголиками. Треть украинских силовиков поступает в психиатрические отделения, которые зачастую приводят к суициду. Сергей Глобов, Вести ФМ. Куда ты жмешься, ебаный дихлофос, блядь? Заебись, блядь, молодцы, сука. Ну хули ты пол дороги-то перегородил, ёб твою мать? Дебил, блядь. Запиши номер, у меня записано. Смотрите в фильме «Елки лохматые» в кино с 29 января для детей старше 6 лет. Блять!
мы в аварию попали.